Итак, ребята, снова приветствуем и отправляемся на поиски белого господина. На экране написано. Белого парня надо найти. Видимо, сейчас они в дефиците. Смотрите, как мы сейчас избавимся от него. Больше никто не ищет беглых рабов, ребята. Кому они нужны? Нужно освободить рабов от мучителей. Что-то возьмешь, что же у меня так все фигово получается? Там придется по-грубому. Вот я ставлю блок, он не срабатывает, ребят. Вот честно, я ставлю блок и ставлю вовремя. И он не всегда работает. Иногда все равно они ударяют при этом. Даже если я успеваю блок поставить. Что довольно-таки странно. Рабов уже. Ну, один раб. Он тут и был один. Ну, их было двое. Спасибо. Храни вас, Господь. У тебя есть право на выбор. А у меня есть право на сундук. Я просто не думал, что парень на крыше тоже один из насмотрщиков. Нужно было сейчас действовать осторожнее. Ну ладно, блин, я только начал играть. Мне можно простить? Я же не могу сразу узнать, что и как. Найти свою цель. Ее еще рано искать. Мне нужен ключ. Конечно же нет. Все, ты свободен, парень. Да и вы все свободны. Все видел. Спасибо вам. Верь в себя. Этот сундук на крыше, его тоже надо освободить от рабства. Денег. Деньги большие, тяжелые. Сундуку нужен отдых. Он не может круглосуточно держать себе эти доллары. Где же ты, мой Абдул? Мы так по тебе все скучаем. Ребят, вы знаете, кто такой Абдул, нет? Классный был парень. А, о, я нашел его, по-моему. А, нет, это Сена. В общем, где-то по центру. Нашли. Я как раз иду туда. Несу ей подарок. Сколько угодно, сэр. Не бойтесь, я вам конкуренции не составлю. У меня слабое сердце. Так, все, следим. Ох, вокруг много высоких зданий, следить несколько проще. Но ладно, мы справимся. В принципе, я направление понимаю. Сейчас. Как раз. Опередил.
Чуть-чуть заметил. Но, видите, немножко ошибся. Луи Годен. База данных. В принципе, мы так можем дойти до базы данных. Это задание. База данных анимуса. Улучшение одевали. Мушкетон. Широким стволом. Сумки у нас. База данных. Вот она. Можем тут почитать географию. Исторические события. Жизнь на плантациях. Сан-Доминго была сурова. Рабов оскорбляли, истязали. Расту. В общем, все было очень плохо. Люди, персонажи. Луи Годен. Родился во Франции, рано провел склонность к науке, опубликовал хорошо таблицы, научные успехи. Нет, я не хочу это читать. В общем, был умным человеком, но почему он тогда с рабами возится? Ну да, тогда это было в моде, знаете, такой, у тебя раб есть и все такое. Это как в Generation P. Просто взять деньги и выкинуть. Правда, здесь не выкидывали, а инвестировали, но суть тоже. Просто покажи, что у тебя есть бабле. Как брутально. Просто войти в бордель. А план подготовить нет? Ты о таком не знаешь? Подготовка плана, продумать все. Просто войти. Так, послушай. Я не предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно. Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Я сам бы и не принял. Правил укреплять дисциплину на свой лад. Это излишне. Я передам ваше послание. Но цена высока. Мы оба выиграем. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Да, нам удалось. Черная женщина, правда? Я думал, она будет белой. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить? Возможно, так же? Нет. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете. Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого. Руки моряка. И наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор... Человек весьма скрытный. На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агюстен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать,
того корабик съест. Странный пароль. Кто не будет спать, того корабик съест. Славно. Неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений. Меня проводили взглядом. Общий враг. Оставить отзыв. Нормально. Ничего выдающегося. Интересно, какие еще DLC выйдут к Assassin's Creed 4? Нет, я уверен, они выйдут, конечно же. Как минимум еще три, как я думаю. Потом. Вначале нужно исследовать эту точку обзора. Потом накажешь. Или не накажешь, я помешаю. Так. Сена! Вперед! Так, хорошо, сколько вас тут? Что, правда? Всего лишь один? Вы издеваетесь? Нет, ты не посмеешь бить! Как ты смеешь? Вы свободны. Я, знаете, я даже опешил. Один человек? Добр я. Одного человека всего лишь убрал. Бежу на следующее задание. Знаете, а Девали даже больше похож на того старого доброго ассасина, который борется именно с тамплиерами. Ну, пока что. Давай. Что, убили? Или еще нет? В любом случае нам по пути. Блин. Фигово. Не успел. Кусты! Быстро, быстро кусты. За дом. Снова кусты. Знакомый мотив. Ну, давайте освободим рабов вначале. Раз уж нам по пути. А, боеприпасы, на всякий случай. Дополнительная шанбяо. Мне прикалывает бегать под носом у всех. Давай, парень, сюда. И нету. Долго он орал. Будет же глубокий колодец там. Чё, тут нет кустов. Как же вам весело, раз вы поете. Видно, Владик.
может, вам не хочется освобождаться из рабства, раз вы поете. Вот я это сейчас снимаю, знаете, я очень сожалею, что я не снял это, когда только вышел DLC. Я очень сожалею, правда. Потому что я не хотел снимать на ПК. На ПК я ужасно не хотел снимать, хотя мог. А PlayStation у меня не было, я же все-таки был. Я был в России, я решил, так сказать, съездить. Вот, знаете, очень странно с практически тропического острова ехать в Россию, как бы, знаете, как, знаете, в отпуск. Это странно. Но я доволен, я очень рад, что я съездил в Россию. Не жалею. Я даже, знаете, я даже перед тем, как ехать, я думал брать свой PlayStation 3. Очень рад, что не взял. Если бы я взял, это было просто ужасно, ребята. Просто и так с местом было плохо в чемодане. Так с ней я бы вообще ничего не смог. Тем более я бы играть на ней тоже не смог. Я бы не смог просто играть на консоли там. Телевизора не было, ставить оборудование было негде. Ну, для записи все эти провода тянуть. Знаете, это нужно место, нужно подготовиться. А на пару дней это, правда, того не стоило. И слава богу, что я не взял с собой ни одну консоль. Консоли, знаете, консоли — это не портативные вещи. Консолям нужно место и время. Черт, почему не обоих? Вот, блин, ну вот почему не обои? Мне вот это тебе не нравится. Кап, в принципе, мог убить обоих, но нет же, надо было убить одного. Ладно, сейчас добьем оставшихся. Все нормально, никто ничего не видел. А, ну блин, ну надо же тебе было. Где же он находится? Что, надо мной сидит? Невнимательный. Ку-ку. Жалко, что не двоих. Парни просто чуть более опытные, чем остальные. И кто тут еще живой? Это глюк, потому что этот парень не живой. В общем, глюк, ребята. Пообщаемся. Того крабик съел. Мудрый ждет в той стороне. Спасибо, сестра. Да. Кто? Надо же было назвать парня мудрым. Хотя, в принципе, нормальное имя. Зато сразу все понятно. А, кстати, да, насчет убить еще одного. Я бы даже мог просто выстрелить. А, хотя и, кстати, яд. Давай, давай, подерись.
драться, блин, было не с кем. Мне казалось, рядом еще кто-то стоял. Все, ребята, все 40 рабов. Солнце сядет, тогда и скажете спасибо. Да, в темноте вас никто не увидит. Нифига, сколько рабов я. Смотрите, сколько всего. Извиняюсь. В общем, теперь идем, так сказать, к самой цели. Вообще, я сожалею, что последнюю часть Ассасина плохо записались. Вот как я записывал там. В конце я пробовал перезаписывать несколько раз, и все та же фигня получалась. И знаете, как это раздражает, когда постоянно ты пробуешь, ты все проверяешь. И пока ты проверяешь, все нормально. Как только начинаешь уже, собственно говоря, саму запись, получается лажа. Знаете, как это? Как-то фигово. А, ну да, вы не знаете, вы же не снимаете. Невольников можно освободить разными способами. Это какими же способами? Я их умею освобождать только нож в спину надсмотрщику. По-другому меня, ну и, собственно говоря, не учили. Смотрите, как он дергается. Нифига у тебя дробовик. Парня хороший дробовик. Я бы тоже такой хотел. А, кстати, что мне мешает такое заиметь? Утопите, совершите убийство в воздухе с высоты. Я на вы как хотели. Это у тебя уже пушка другая в руках, у тебя была маленькая, короткая. У тебя у него мушкетон был. Это уже не мушкетон. Я сейчас умру вообще-то. А, черт, я так и знал. Это было слишком опрометчиво просто побежать на врага. Ладно, на этот раз сделаем все то же самое, но тише. Так, ну и зачем же я пер на пролом, когда можно было действовать вот так? Вот так. Я, как понимаю, так и предусматривалось. Как всегда, незаметно я действовать не умею. Вы уже привыкли, надеюсь, ребята, вы же знаете меня. Я сам стелс. Утопили. В принципе, меня никто не видел. Чисто теоретически. А взять боеприпасы почему? А, все, теперь можно. Наконец-то, мои дорогие боеприпасы. И в пустые. Мы все равно победим. Я знаю, это не было очень тихо, но у нас нет другого выхода, ребят. Их много, и единственный выход — это взять и перебить их. Рано или поздно нужно выйти из тени. Причем пятерых мы уже взяли. Просто разъяренный. Я какой-то разъяренный марон. Марон по-испански значит коричневый. Поэтому понимаете, откуда взялось название Ордена Ассасинов. Вот это вот. Орден Маронов.
Орден коричневых пацанчиков. Живой щит! С этими парнями вообще очень сложно. Только контратака и добивать. Агустьера Диофора. Сейчас освободим. Вообще-то давно уже мог освободить такими темпами. Не обязательно было убивать всех. По крайней мере, мне так кажется. Нельзя дать ему идти. Рика... Скорей, они приведут других. А, иду. Что-то это мне напоминает Assassin's Creed Revelations. Вам не напоминает? Мне да. Сцена практически полностью взята оттуда. Правда, там это все было под землей и... Хотя я здесь тоже частично в пещере. А вот там такого не было. И так эпично там тоже не было. Вот и все. Посмотрите, последние эти глаза, которых даже не видно. Да, почти полностью. Как я его не утопил? Я нормально все сделал. Очень нравится. Хорошая миссия. Надо позитивно все оценивать, ребята. Агюстен Дюфор. Мы говорим, а Бог делает. Губернатор двуличен. Бастиена помогает, но наша свобода еще далеко. Все дальше. Такой воин такой, нам как я? Очень пригодился. Благодарю, но я служу другому братству и обязан буду вернуться к ним. Лишь духом ведомо, когда это будет. А пока я дам вам приют и оружие. Возможно, наши цели совпадут. Что нужно? Рекруты, беглые рабы. Воины пополнят наш отряд. Прочие — наше поселение свободных. Ветка за веткой птица вьет гнездо. Думаю, пока что я могу помочь. Помощь есть помощь. Помогайте, пока сможете, и вас вознаградят. Торопитесь. У нас много дел. Всегда готов, Кэп. Сопротивление. Освобождение рабов принесет вам доверие других освобожденных и невольников. Они могут помочь, добывая вам новое оружие и улучшение для корабля. Вербовка маронов поможет усилить сопротивление. Мароны-рекруты могут стать матросами вашей команды, лазутчиками на плантациях или снабжать вас боеприпасами. О, мароны-рекруты. Итоги, так, награды никаких. Наград сопротивления никаких.
В общем, все не так плохо, но... Моё ведь и лучше. Продолжим, ребята, в следующей части. В этой части мы уже все видим. Мы купим в следующей части боеприпасы для мушкетона. Это очень интересно. Я вам обещаю.